Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Chevrolet Volt. Ремонт переда. Владелец отремонтировал бампер и заменил левое крыло. Начинаю ремонт. Первым делом разбираю передок. Это вот основные повреждения. Для ремонта этого места мне надо удалить поврежденный кусок и отравнять их. Но сначала я сделаю необходимые мне измерения. По размерам все гуд. Теперь могу удалять. Теперь я все отравняю и затем приварю обратно. Немного подшпаклевал, теперь приварю крепление крыла. Для этого устанавливаю крыло.
Крепление приварил, загрунтовал, теперь крашу. После покраски заливаю внутренние полости антикоррозийным средством. Теперь устанавливаю детали переда. Работа с металлом закончена. Отдаю машину в покрасочный цех. Через 4 дня машина вернулась с покрасочного цеха. Собираю ее. Ремонт этой машины закончен. Эта работа заняла 25 часов, моя работа, и 4 дня покрасочные. Сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!